Такую цельнозерновую плетенку может испечь легко даже тот, кто впервые пробует себя на этом поприще. Домашняя цельнозерновая выпечка – лучшее, что может случиться в жизни современного человека, в плане хлеба, естественно. Предлагаю испечь домашнюю ароматную плетенку, очень вкусную и очень полезную. В ее составе цельнозерновая мука, которая отличается повышенным содержанием полезных веществ, а также тыквенные семечки и семечки подсолнечника. Если вам нравится более плотный мякиш, то можно использовать цельнозерновую и пшеничную муку в соотношении 1:1. В любом случае домашняя выпечка гораздо вкуснее и полезнее магазинной. 1. В глубокой емкости смешайте муку, дрожжи, мед и воду. 2. Замесите тесто и оставьте его в теплом месте на час для того, чтобы тесто поднялось. 3. Скатайте тесто в колбаску и не до конца поделите его на 3 равные полоски. Заплетите с них косичку. 4. Оставьте косичку снова на 1 час увеличиться в размере. 5. Посыпьте плетенку семечками и выпекайте в духовке при температуре 200 градусов 35 минут.